Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні хочуть зобов'язати рольористів постійно надягати шолом. Сьогодні будемо говорити на прес-конференції, як на це зреагували велоспільноти, що навлаштовує велосипедистів і загалом про розвиток велоспорту у нашому місті та Україні. Вітаю нашій студії Олексій Нікулін, велосипедний експерт, та Дмитро Малєр, співорганізатор та тренер любительської команди з тріатлон. Я вас вітаю. Ну, розкажіть, будь ласка, щодо цього зобов'язання надягати шолом, що хочуть змінити, і про досвід та практику інших країн в цьому питанні, як в інших країнах цей момент відбувається, чи їздять там постійно в шоломах велосипедисти. Будь ласка. Начни со спортивной точки зрения. Так, ну, наверное, начну с того, что... Как обязать людей кататься в шлеме, да? То есть, или почему это важно? Так как сейчас у нас, ну, скажем так, что движение на дороге очень активное, да? И я считаю, что шлем это как он должен являться как не просто там каким-то модным атрибутом, да, или аксессуаром, это как твоя безопасность. Поэтому я считаю, что тут даже, наверное, это не нужно обязывать человека там, носить его, это должно быть на понимании каждого человека, который выезжает на дорогу. Да? То есть шлем – это как обязательная вещь, которая просто защищает тебя в любой какой-то аварийной ситуации, потому что он действительно спасает жизнь. Вот. На практике других стран я могу сказать, что вот Алексей рассказывал, это Австралия, там, где это как является… Обязательно. Ну, обязательное ношение шлема, то есть, естественно, есть штрафы, то есть, если человек выезжает без шлема, то его могут наказать это штрафом. Но такие страны, как Испания и Германия, люди просто одевают шлем, потому что это культура. Это культура, ты просто не выезжаешь на дорогу, и они там, у них велокультура очень развита, и люди... катаются, выезжают, ездят на работу на велосипедах, у них есть велопарковки, велодорожки, но ношение шлемов это как само собой разумеется. Тобто немає якогось конкретного закону, що має бути шлем, просто люди... Возможно, он может быть и есть, потому что, наверное, людей пока не начнешь штрафовать, как-то вот оно трудно все это внедрить. Только через Германию вообще такая страна, там у них очень люди, неправильная парковка, там не туда выкинул мусор, это все на штрафах. И поэтому я думаю, что возможно у них это и есть, но, честно говоря, даже никогда об этом не задумывался, потому что все велосипедисты, ну, я не говорю уже про спортсменов-профессионалов, которых ношение шлема это обязательно, так как в некоторых командах даже не пускают на тренировку. То есть, в принципе, такая практика и у нас происходит среди спортсменов. То есть, если мы говорим за людей, которые активно занимаются, либо профессионально, да, либо для себя, то некоторые группы даже не пускают к себе, ну, то есть на выезд, если у тебя нет шлема, потому что это безопасность. Понятное дело, что люди передвигаются, то есть так сейчас очень много служб доставки еды или там, ну, как курьерская служба, то есть люди катаются без шлемов и, наверное, ну, как бы обязывать, заставлять их одевать шлем никто не может, да. Поэтому... Ну, их собственники вроде как декларируют обязательность ношения для курьеров, хотя ну, бы даже шлема, но, видим, курьеры не очень да. со шлемами дружат. Да, и, наверное, я думаю, что из-за этого и стал вопрос такой какого-то обязательного ношения, да, или там каких-то штрафов за несоблюдение правил безопасности, скажем так. Ну, насколько мне известно, эта ситуация стала более чем месяц назад более как хайповой из-за киевского инцидента, когда там была, ну, в общем, там с машиной какого-то важного человека произошел инцидент, когда велосипедисты ехали попарно колонной, и автомобилисту очень не понравилось, что они занимают целый ряд, и там возник сначала конфликт, потом
А потом ребята, которая команда катала этих людей, эти колонны, они, ну, все-таки подключили юристов и решили это как-то в юридическом поле решать. И хоть сейчас и звучат такие заголовки, что обязуют ношение шлема сейчас рассматривается как рекомендательная норма, ну, собственно, как она везде вообще в большинстве развитых стран. Ну, вот Австралия действительно исключение, а так это все носит рекомендацию, но она не является обязательной, потому что инфраструктуры большинства развитых стран велосипедные, они настолько развиты, что носи ты шлем или нет, ты все равно находишься в гораздо большей безопасности, нежели все-таки у нас сейчас. Вот. И поэтому, если и это будет, это, скорее всего, и не будет штраф из-за неношения шлема, то тут должно быть предложение со стороны власти, чтобы изначально была инфраструктура, и чтобы уже после этого иметь возможность спрашивать человека, ну, где твой шлем, если уж надо. А при отсутствии инфраструктуры, ну, какой может быть спрос в самом деле? Я так розумію, що якраз от відсутність інфраструктури – це один із тих моментів, який налаштовує велосипедистів. Що взагалі, от чому деякі ровариста дійсно невдоволені тим, що, можливо, буде такий закон про зобов'язання носити шолом? Що не влаштовує сьогодні велосипедистів України, нашого міста безпосередньо? Чесно говоря, я наверное... Не знаю, или в моем окружении такого нет, или вот люди, которых я знаю, которые активно ездят на велосипеде, нет такой проблемы конкретно ношения, либо не ношения шлема. Просто я думаю, что это... Ну, как это, ну, шлем равно безопасность. Да, то есть это обязательно, поэтому... как вот, ну, наверное, человек покупает себе велосипед с целью там кататься для, ну, скажем так, для души, да, либо, может быть, для выступления на каких-нибудь соревнованиях, там, каждый же приходит в спорт со своими какими-то целями, то покупка шлема это как, можно сказать, вторая покупка после велосипеда, то есть как и спортивная форма, и шлем, это такое обязательное. Атрибуты. Он, то есть человек, который покупает велосипед, он понимает, что он находится, ну, в зоне риска, будем говорить откровенно, а так как у нас нет велокультуры и не все водители уважают таких участников дорожного движения, как велосипедисты, да, то есть поэтому где-то бывают разные ситуации, и поэтому я думаю, что, ну, как бы шлем это... Не стоит проблемой такой, то есть, что нужно кого-то обязывать. Другое дело, если мы говорим о простых людях, которые просто передвигаются на велосипеде, то есть выезжая там и... Ну, велосипед как транспорт. Как транспорт, да. Как... Поселочные дороги и так далее. Это, наверное, 90% вообще всех пользуются велосипедом, это они. Да, они, мы, ну, спортсмены, там, любители. Есть люди, у которых велосипед это просто единственный такой способ добраться там, с точки А в точку Б, да, какие-нибудь вот поселки, села, где люди ездят, ну, понятное дело, что я не знаю, как можно обязать, то есть, человека одевать шлемы, то есть это нужно наказывать каким-то, ну, то есть для начала, как сказал Алексей, все правильно, то есть если у нас нет инфраструктуры развитой, у нас нет велодорожек, то, наверное, и обязывать не имеют права, то есть как бы должна быть служба, которая как бы это должно контролировать. Поэтому тут все полагается просто на самого человека, то есть насколько он сам заинтересован в своей безопасности и, так скажем, ну, сведомо относится к тому, что он выезжает на дорогу. Розкажіть, от ми вже декілька разів згадували велодоріжки. Велодоріжки нашого міста, наскільки вони зручні, наскільки вони безпечні і як часто їм користуються взагалі велосипедисти, де вони у нас знаходяться? Ну, большая у нас вона єдина, це набережна Побєди, але вони удобні, мабуть, умірено удобні на тому розстоянні, на якому вони розположені. Але велодоріжка – це... не отрезок какой-то конкретный, это вообще как, ну, лакмусовая бумага на то, что есть инфраструктура в целом. Она должна проходить на протяжении всего города, и кому-то там, пользуясь велосипедом на работу, с работы или просто катающийся, должно быть настолько удобно, что он не будет пользоваться автомобильными дорогами. Ну, такого у нас сейчас нету, как я припомнил, это только 4 отрезочка, причем Победа большой, чуть-чуть рабочий, чуть-чуть левого берега и что-то там рядом с памятником славы. Это, ну, это только, наверное, начало. Будем надеяться, что все это изменится в лучшую сторону. Ну, пока это компромисс, и хорошо, что хотя бы так.
начинаем уже втягиваться в это и понимать, как оно вообще будет. Да. Давайте взагалі поговоримо про права та обов'язки велосипедиста на дорозі, які він має, за якими він має слідкувати. Ну, давайте начну тогда. То есть велосипедист на дороге имеет такие же права, как и любой транспорт. То есть ты выезжаешь на дорогу, ты уже участник дорожного движения. Естественно, ты должен соблюдать все правила, которые соблюдают и люди, автомобилисты, да, которые едут на машине. То есть у нас, ну, наши права, они ограничены. То есть права велосипедиста, они на самом деле очень ограничены. И у нас есть как бы законное наше право, это держаться как можно ближе правой стороны, то есть это такой условно метр от бордюра. Это где мы имеем право передвигаться. Ну, эта формулировка позволяет вольности иметь, да, и полтора метра, и два. Да. Ну, как тут... возможно правее, но если там нет ямок, проблем каких-то, мы можем наглеть немножечко. Да, да. Ну и в то же время надо понимать, что мы живем в очень таком большом городе, да, и не всегда есть даже место для тот наш законный такой, скажем, метр от бордюра, где мы можем передвигаться, то есть где можно проехать, так как сейчас очень большая проблема с парковками в городе, и действительно, что велосипедист вынужден где-то, ну, скажем так, наклеить, наверное, да, выезжая чуть более, там, занимая большую часть дороги. Так как велосипедист не имеет права ездить по пешеходной зоне, где передвигаются пешеходы, многие как бы вынуждены, наверное, нарушать и этот момент такой, то есть выезжают и совершают движение там, да, в потоке пешеходов. То есть, ну, а так... Ну, очень урезанные права. Урезанные. Даже повороты налево нам, в принципе, велосипедистам запрещены. Да, хотя, как бы, понятное дело, что все перестроения, ну, то есть... Мы имеем, ну, велосипедисты имеют право совершать различного рода перестроения там по дороге, естественно, в каких-то, ну, таких, да, сжатых, урезанных каких-то моментах, то есть, скажем так, не всегда это получается, не всегда это удается, поэтому, наверное, вот так и мы и видим, что... Мы имеем право быть неполноценными участниками дорожного движения. Да. То есть это такая проблема, наверное, она идет, она очень длительное время длится, вот велосипедист, да, автомобилист, какие права имеют, какие не имеют, но я думаю, что, наверное, это не только у нас в Днепре, это... Это общеукраинская проблема. Да, то есть так как вот нет велокультуры, она не развита. То есть она не развита изначально. То есть так как у нас, ну, нет велодорожек, нет зон каких-то, где ты можешь чувствовать себя в безопасности, передвигаясь на велосипеде. Так как, ну, вот по опыту даже просто города, я там по поводу велодорожек, вот то, что вот Алексей рассказал за велодорожку на Победе, вы знаете, даже не всегда, ну, во-первых, это, наверное, велодорожка больше для галочки, что она есть, но даже по ней не всегда ты проедешь спокойно на велосипеде, потому что там гуляют родители с детьми на колясках, там просто гуляют люди, и получается, что любой человек, заезжающий туда, понимает, что для него это будет неудобно, и вынужден ехать все равно по дороге, там, держась где-то максимально близкой стороны там, к обочине. То есть, как бы, как таковой, ну, если говорить за спортсменов, конкретно за людей, которые занимаются в нашем городе велоспортом, они не катаются по велодорожкам. Они ездят, они продолжают ездить по дорогам. Вот. Ви, до речі, згадували про те, що автомобілісти не завжди поважно відносяться до велотранспорту, до велосипедистів. Конкретно були якісь такі приклади, от конкретні, які можна згадати не тільки в нашому місті, а знову ж таки в Україні, коли ось такі конфлікти між водієм автомобіля і водієм велосипедиста траплялися? Да, вот Алексей рассказывал до этого о случае в Киеве, такой вот очень, он, наверное, просто резонанс это дело произвело, потом как там, ну так, скажем, не последние люди участвовали в этом всем инциденте нашего государства, поэтому там как бы такая ситуация. А так вообще, ну... Конфликты сплошь и рядом. Конфликты, да, они постоянно. И вот именно сейчас в это время статистика на самом деле не очень положительная по... несчастных случаев, скажем так, связанных там с велосипедистами. У нас в Днепре, ну, скажем, когда мы вот с ребятами тренируемся
проводим велотренировки, мы стараемся просто выбирать трассы, которые более-менее позволяют это делать. Это у нас их не так-то много, но в основном все трассы за городом. То есть как бы езда по городу – это лишь… Там, добраться до тренировочной какой-то трассы, где мы уже тренируемся. То есть у нас есть объездная дорога, это вот Запорожье-Кривой Рог. Это, наверное, сейчас самая такая основная, где тренируются велосипедисты города Днепра. Это дорога, которая позволяет просто, наверное, ну, максимально чувствовать себя в безопасности. Плюс еще всегда есть машина сопровождения. Это либо тренер с машиной сопровождения, либо механики, которые ездят постоянно с командами и как бы обеспечивают такую вот прикрытие группы, потому как собирается всегда большой группой велосипедистов. Ну и, наверное, группа – это там максимально такое, то есть это максимально себя обезопасить, когда уже видно, что едет группа велосипедистов, водитель уже намеренно понимает, что какое-то препятствие там не будет совершать там какие-то. Ну, там не так это все связано с низкой культурой водителей и их уважение к еще и велосипедистам, как и, ну, даже вот история про велосипедиста в темное время суток без каких-либо осветительных приборов, вот это как раз одна из таких болей, которые нам и в веломагазинах, и вообще как в велосообществе очень неприятно. Потому что вот как раз это вещь, которую в Европе штрафуют. Отсутствие чего-либо в темное время суток, это уже влечет за собой штрафы. Потому что шлема это рекомендательно, но это свет, это обязаловка. Вот за нее вот как раз... Действительно, но если бы сама культура велосипедная тоже бы поднималась, то у нас, наверное, быстрее бы и велодорожки, потому что у нас культура потребления и пользования велосипедом достаточно на низком уровне. Она высока у спортсменов, она высока, наверное, спортсменами как раз и ограничимся. Обычный любитель, он достаточно небрежен в своем как эксплуатации велосипеда как транспорта, чему как раз и является пример в темное время суток невидные велосипедисты. От того и аварии, автомобилисты тоже можно понять, где такой велосипедист абсолютно не виден. И среагировать очень сложно. Так что, как низкая культура всего, влечет за собой такие вот последствия, что мы в это все и упираемся. Так что популяризировать велосипеды имеет смысл, и тогда это все и будет развиваться более интенсивно. До речі, хочу повернутися про питання про права та обов'язки, тому що про права ми сказали, а щодо обов'язків, окрім того, що це має бути елементарні засоби там збереження власного життя у вигляді шолому і якихось засобів вночі, які могли б світитися, показувати об'єкт велосипеду. Які є ще обов'язки у велосипедистів? Кстати, шлем таки не обов'язковий в цілому. Рекомендований. Да, статистичний. Он в случае ДТП, вот я недавно, сьогодні даже статью готовясь немножечко почитал, то где-то 0,5%, защищает, где-то 0,5% защищал шлем, с травмами были головы. Где-то так же было с автомобилистами, и в два раза опаснее пешеходом быть. Ну, это же не значит, что автомобилистам или пешеходам тоже требуется эти вещи носить. Вот, права и обязанности. Свет это точно да, это всегда рекомендуемо, всегда требовательно. Даже если вы не планируете кататься в темное время суток, всегда у вас темнота может в принципе застать, и покатушка может растянуться, желательно иметь эти вещи. Шлем, рекомендация, а в остальном обязанности, быть адекватным на дороге, это, по-моему, достаточное условие, чтобы сохранить свою жизнь, почему бы и нет. І наостанок, у нас вже добігає кінця наш прямий ефір, ми говорили про низький рівень велокультури, яким чином її можна підняти, яким чином можна популяризувати велоспорт, аби от у майбутньому, через там деякий відрізок часу, цей рівень став вищим? Однозначно, не запретами, а популяризацією, внедренням велосипеду в обіход, взагалі, в житті. Это уже больше, наверное, вопрос к веломагазинам, к велосообществам, чтобы они могли доступно объяснять, что это несет не только пользу для здоровья, но и это как транспорт, это удобно, это экологично. Имеется много плюсов. Надо только захотеть изменить свою жизнь к лучшему. Даже, наверное, нечего добавить. Это действительно так. Я думаю, что с ростом популяризации велоспорта, как
скажем, да, не просто как спорт, то есть чтобы человек не понимал, что велосипед — это не просто ты вот купил велосипед, стал спортсменом, да, что это может быть очень удобно, что это может быть очень комфортно. Почему для многих вот велосипед не является комфортным транспортом? Потому что даже доехав куда-то, возможно, там на работу, тебе даже негде его оставить, и поэтому это такая проблемка, то есть для многих. Да, то есть, ну, я не беру сейчас спортсменов. То есть спортсмены, которые покупают велосипед и катаются, они покупают его уже с конкретной целью, они занимаются спортом. То есть поэтому, наверное, у нас велоспорт и популярен только среди спорта. То есть среди спортсменов, людей, которые активно занимаются спортом. Велоспорт или триатлон, который сейчас активно развивается в нашем городе, ну вообще в нашей стране. Вот. И поэтому я думаю, что как бы вся популяризация спорта, велоспорта, она лежит вот именно на этих людях, на спортсменах. То есть вот так. И, наверное, чем больше будет людей заниматься активно спортом, чем больше велосипедистов будет на дороге, скорее всего, это будет таким ключевым моментом, который что-то, ну, то есть это подтолкнет что-то делать, какое-то улучшение в городе именно уже для конкретного велосипеда. Що ж, сподіваємося, що дійсно так і буде. Сьогодні у нас на прес-конференції були присутні велосипедний експерт Олексій Нікулін, а також співорганізатор та тренер любительської команди з тріатлону Дмитро Маляр. Ми спілкувалися про розвиток велоспорту, про підвищення рівня культури велосипедистів. З вами у студії була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте!